Добрый вечер. Финал Лиги Чемпионов – ответственная игра. И поэтому начинать нужно с проверенных номеров. Итак, мы представляем вам песню, которая 10 лет назад просто разорвала зал. Приготовьтесь. Привет. Салют. Реу. Мы тут. Снова с вами смешные перваки. Плешка, плешка, кубок заберу. Не отдам тебе, не отдам ему. Плешка, плешка, доплеров эффект. Доплеров эффект. Парни, парни, хватит, меня укачало. Укачало тебя? Раскачаем и зал, давайте теперь серьезно. Вау. Погнали! Еще раз привет, РУ. Недавно стало известно, что Сергей Лазарев поедет от России на Евровидение. И Дима Билан, как уже опытный участник этого конкурса, решил провести для него боевой инструктаж. Запомни, сынок! Это не российский шоу-бизнес! Это суровое Евровидение! Запоминай мои советы! Да, сэр! Опасайся бородатой бабы! Слушайте, ну там не о чем беспокоиться, я с Киркоровым еду. Я и говорю, опасайся бородатой бабы! Когда ты последний раз был в Белоруссии? Давно, сэр! Съезди, помолись батьке, нам нужны эти 12 баллов! Да, сэр! И потом, нам нужно получить уважение всей Европы! Слушайте, ну может быть тогда отдадим обратно Крым? Может быть и обратно Топалову отдадим? Думать, что говоришь? Песню запевай! Семь цифр и звонок! Семь цифр и звонок! Друзья, боксер Рой Джонс проиграл первый бой после принятия российского гражданства, но отреагировал на поражение как настоящий российский мужик. Итак, после боя где-то в ресторане. Да я его сейчас уже отдаю! Рой, Рой, не надо! Ну ему хана! Рой, после драки кулаками не машут! Рой, где паспорт? Паспорт. Блин, я хз! Ребят, там счет принесли. О, паспорт нашел. Тихо. Заплачу. Рой, пожалуйста, поехали. Нет, мне надо звонить. Куда звонить? Кому звонить? Бывшей. Бывшей девушке? Бывшей стране. Рой, пожалуйста, поехали. Я никуда не поеду. Я тут сяду. Чё не ворон, что свежася над моей. Рой, ну сейчас-то что? Я забыл. Что забыл? Английский язык забыл. Рой, все, поехали. Хорошо, но я поведу. Хорошо, хорошо, ты поведешь, давай уже. Друзья, недавно состоялась жеребьевка чемпионата Европы по футболу, где сборная России оказалась в одной группе со сборной Англии. И это событие обсуждали не только на российском телевидении, но и на английском. Итак, где-то в Англии. Hello, hello, everybody. On our show today we're discussing Russian football. And our first guest, Minister of Russian Sport, господин Мутко. Господин Мутко, I will speak on your language. That's why, please, tell me from your heart, what is your opinion about Russian football? Yeah, to be honest, we have some problems, but we will solve them because we have really good infrastructure. Wow, your English is perfect. Putin present, really good book. And our second guest, famous Russian football player Andrei Arshavin. Andrei, what's happened to you? Your expectation, your problem. And finally, let's see presentations of all countries in our group. Attention to the screen. Wales. Slovakia. Russia. Russia. We can
Russia, but we'll never understand Russia. Дорогие друзья, недавно произошло знаменательное событие. Ректор РУ Виктор Иванович Гришин получил государственную награду от президента Российской Федерации. Но немногие знают, о чем они говорили в этот момент. Итак, где-то в Кремле. Виктор Иванович, поздравляю. Владимир Владимирович, спасибо. Ну что, какие новости? Ну, мы недавно РГТУ присоединили, и МСИ присоединили. То есть 2-1. Ну, получается, что да. Понятно. Слышал, у вас недавно выборы председателя студенческого совета были? Да, вот выбрали на один год. На один? Не то, что у нас. Владимир Владимирович, ну а у вас какие новости? Наша хоккейная команда выиграла 8-1. 8-1 всего, не то, что у нас. Владимир Владимирович, а я вот хотел вас спросить, а может быть нам наших лучших студентов к вам в министерство работать? Вы знаете, я посмотрел, лучше мы наших министров к вам учиться. Правда, боюсь, на бюджет не поступят. Она платная? Она платная, бюджета нет. Это да. Владимир Владимирович, а может как-нибудь встретимся, посидим в неформальной обстановке? Конечно, сейчас. Алло, Дмитрий Анатольевич, не разбудил? Да ладно, шучу, шучу. Слушай, есть билеты в Большой театр? Нету? Ладно, давай спи дальше. У меня идея получше. Алло, Булат? А, работаешь? А, есть билеты на КВН? Нету? Только в Большой театр? Ну отлично, работай дальше. Владимир Владимирович, а вот скажите честно, что будет в будущем с нашей экономикой? Ну, это уже не от нас зависит, а от вот этих вот прекрасных ребят. Ну тогда у меня есть тост. У меня тоже. Вместе? Давайте. За Российскую экономическую федерацию! Гип-гип, ура! Друзья, финал Лиги Чемпионов для нас это как прощание со студенческой жизнью. Ведь многие радости этой студенческой жизни будут уже не для нас. И именно об этом наша финальная песня выпускников. Не для меня журчит фонтан, не для меня еда в столовке и поиск места на парковке. Увы, теперь не для меня, не для меня пройдет посвят и в дорогую не сходить, хотя чего греха таить. Тусовки пропускать не для меня, не для меня сдавать курсач, и на зачеты теперь подвиг. Плеханов ТВ, Плеханов кофе, хвала богам, не для меня, не для меня в Анапу летать, там отдыхать, гулять небритым, хотя без Турции с Египтом. Привет, Анапа, вот и я. А для меня мой вуз родной, всегда во всем он будет первый. Он дал друзей, подруг, карьеру. Его забыть не для меня. Here comes the summer sun.